Всем привет! Сегодня я буду слушать ЛСП и их уже старый трек «Еще один день». Но вы так часто просите именно его послушать, что просто выбора нет. Единственное, что вот эту картинку, тот, кто меня слушает, знает, ну не люблю я эту картинку, я не знаю. Она какая-то такая зловещая. Вот, ну что делать, будем слушать еще один день. Ну, понятно, что это вот из этого альбома, да, который я уже, наверное, весь прослушала. Мне кажется, и старые треки я слушаю только Оксимирона и ЛСП. Все остальные старые треки вообще не заходят ни у меня, и никто их не просит. Видимо, все-таки ЛСП и Оксимирон самые популярные в наше время. Ненавижу я за себя. Я убегал от нее сотни раз, пытаясь просто спокойно сдохнуть, никого никогда не любя. Всякий раз ложась спать, я понимаю. Завтра опять нас еле разбудит. Еще один день, еще один день, еще один день. Но ты должна знать, так не всегда будет. Мы однажды проснемся нигде, среди мертвых идей, мертвых людей. Видишь похожих на амеб людей, что ботинками месят говно. Это значит еще один день снова сменит ночь за окном. Я тоже качая, еле иду, вздыхая на ходу. Я догораю, как бычок, я ни по чем, ты ни при чем. Прочитай мои буквы, сука, пока не стало слишком поздно. Ведь я точно знаю, ты умеешь читать, не в пример другим пёздам. Вдыхай мой дым, задержи, выдыхай мой дым, докажи, что у нас все серьезно. Не смотри на меня, будто Владимир поздно. Дождь скроет твои слезы, душ скроет наши позы. Дашь с кровью, мне похуй на эстетику. Кровь скроет контакт с анестетиком. Я вставлю и представлю, как будто бы это был наш первый раз. Смотри, даже ебучий торшер погас только для нас. Завтра опять нас еле разбудит. Ну, вот эта вот часть, вот эта про завтра опять, да, она такая какая-то мелодичная и вот с ростом, так как я люблю. Вот вообще ЛСП, вот когда я его слушаю вот так вот, он такой узнаваемый, такой уже свой в доску. Но когда мне его просят узнать со стороны, я его не могу узнать, представляете? Еще один день, еще один день, еще один день. Но ты должна знать, не всегда будет. Мы однажды проснемся нигде, среди мертвых идей, мертвых людей. В мире вечного сна, где нас навеки забудет. Еще один день, еще один день, еще один день. Мы проснемся нигде, среди мертвых идей, мертвых людей. Ты подумаешь, это еще один день, но это конец света, это конец света.
Не хватает какой-то изюминки конечной. Неужели все? Скажи, вот у них ЛСП есть такая какая-то. Оставить жирную точку. Жирной точки не получилось. Ну, что я хочу сказать? Я не могу сказать, что вот мне там нравится, не нравится, потому что как-то к ЛСП я его сразу как-то начала слушать. И вот это вот их вот эти мотивы, вот эти вот какие-то там переливы, они вот гораздо ближе мне, чем то, что я слушаю такое что-нибудь жесткое, отрывистое и резкое. Вот. Но мне, то есть, как бы, то есть вот этот стиль, я его уже слышала много раз, да. Вот опять, если сравнивать с Оксимироном, что я уже говорила, да, вот Оксимирон, он тоже одинаковый, но у него там такой глубокий смысл, который интересно слушать. А вот ЛСП, они тоже достаточно одинаковые, и их фишка в том, что они должны чем-то удивить. Потому что как бы, смысл песни про отношения, да, про любовь, он там, про девушку, которую он так до сих пор и не может понять, с ней он или нет. А вот, но вот иногда, то есть они какую-нибудь фишечку изюм включат, и сразу песня играет таким совсем другой смысл несет. Здесь этого не было, поэтому вот не хватило мне. Хватило. То есть как бы немножко одинаково получилось. Но в принципе все равно, то есть вот какая-то классика, да, как-то она навеяла на меня классику, как будто я уже 100 лет слушаю, и ее, а классику надо воспринимать всегда положительно. Вот в принципе к ЛСП я отношусь всегда практически положительно. Всем пока!